Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. Сегодня у нас великолепный малиновый чизкейк. Мы ничего не будем взбивать, начнем. Здесь у меня мой любимый творожный сыр из кефира. Видите, он такой нежный, сочный. Как всегда, подробный рецепт под видео. Я добавила сахар, ванильный сахар. И просто лопаткой, не венчиком, а просто перемешиваю. Вот видите, какая получается красивая масса. Очень важный момент. Все ингредиенты комнатной температуры. Не холодные. И не так. То холодное, то теплое. Яйцо. Духовка у меня уже включена. 130 градусов. Выпекаем. Примерно около часа на водяной бане. Потом я немножко приоткрываю духовку и даю чизкейку полностью остыть. И ставлю на ночь в холодильник, на часов 5. Тогда он раскроет все свои вкусовые качества. Обязательно щепотку соли, сливки жирные 33%. Никакие не растительные, ничего. Натуральные сливки. Все это мы хорошо перемешиваем. Видите, какая масса красивая, ровная. И совсем немножко муки. Я очень люблю такие простые рецепты. Посмотрите, нам даже не надо миксер, блендер. Мы просто перемешиваем это все лопаткой. Хорошо муку, чтобы мука распределилась. Теперь добавляем малинку. Я немного ее подморозила, тогда она при перемешивании не теряет свою форму. Теперь мы еще аккуратно это все, видите, она замороженная, она держит совершенно форму, не слипается, не падает, ничего, не опускается на дно, видите? Дальше, берем форму, у меня форма 16 сантиметров, пергамент и фольга. Перекладываем нашу массу в форму. Хорошо распределяем. И, как я уже сказала, 130 градусов, примерно час. Вот так. Все. Ставим в духовку. Немножко соберем еще с мисочки. И ставим выпекаться. Вы же знаете, что балкончик у меня волшебный. Я только что для вас делала фотографию. Украсила. У меня половина замороженных. Я украсила мятой, мелиссой, базиликом, делала для вас фотографию. Давайте мы попробуем эту красоту, разрежем. Сразу скажу, он у меня стоял в холодильнике всего пару часиков. Мне так захотелось вам показать, что я уже не стала ждать до завтра. Посмотрите на это чудо. Нежный, сочный. Очень ароматный. У вас есть время подписаться на мой канал. Я вас всех жду в друзьях. Я пока попробую. А вы как раз видите, у нас малинка была замороженная. И она осталась прямо целенькая. Боже, как это вкусно. Посмотрите, видите? Потому что у нас малинка была замороженная. Она сохранила не только форму, но и цвет. Не писать, как это вкусно. Всем приятного аппетита. Я жду вас на моем канале. И мы с вами готовим такие замечательные рецепты. Всем пока и до новых встреч.